Всем привет! Ну, у меня пошла такая легкая десертная тема, поэтому я решил приготовить для вас ванильный соус. Это бюджетный вариант. Вариант, который немного подороже. Я укажу также рецептуру под видео. Готовится он точно так же, только используется большее количество желтков. Вот и все. Приступим. Для рецепта мне понадобится 20 грамм сахара, 2 желтка, пол-литра молока, любого. Чуть-чуть добавлю в массу, буквально немного. 15 грамм кукурузного крахмала. Это 1 столовая ложка с горкой. Можно заменить на 15 грамм пудинга, если хотите. Маленькую щепоточку соли и тщательно перемешаю. Уберу пока в сторону. Мне понадобится ваниль. Одной веточки будет достаточно. Если у вас нет ванили, можете заменить на 2 пакетика ванильного сахара. Это буквально 16 грамм. Ваниль разрезаю вдоль, просто половину ее. Внутренность всю выскребаю. Отправляю в кастрюлю оставшееся молоко. Добавляю ваниль. И отправляю на плиту, чтобы молоко закипело. Молоко у меня закипело. Я удаляю саму веточку ванили. Для удобства перелью молоко в мерный стакан. Подложу влажную тряпку, чтобы миска не танцевала. И тоненькой струечкой при интенсивном помешивании введу молоко в яичную смесь. Так, переливаю массу опять в кастрюлю. И отправляюсь к плите. Плиту я включил на 6 из 9 возможных. На этой температуре я, как правило, жарю мясо. И при интенсивном помешивании даю соусу закипеть. Даю покипеть буквально минутку. Плиту я выключил, соус готов. Отправляю кастрюлю в чашку с холодной водой. Просто чтобы дно остыло и соус не пригорел. Соус готов, и я накрываю его пищевой пленкой, чтобы не образовалась корка, и дам ему остыть. Вот так, вплотную. Такой соус можно есть как теплым, так и холодным. Это на ваше усмотрение. Такой соус хорош к штруделю, который я в ближайшее время для вас испеку. Готовый соус можно также украсить, а именно. Можно растопленным шоколадом, можно вареньем, то есть то, что у вас есть в доме. Сделаем такую своего рода сеточку. Ну и зубочисткой от внутреннего круга к наружному. Как вариант. Сюда вы можете добавить парфе, мороженое, штрудель, какой-нибудь яблочный пирог. Вот такой вот простой незатейливый соус. А я на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. И до новых видео.